В жилом комплексе «Люберцы» появится еще один социальный объект. На улице Камова приступили к строительству новой школы. Она будет соответствовать всем современным требованиям и в полной мере обеспечит жителей микрорайона школьными местами. Подробности в сюжете. Эти кадры позволяют оценить масштаб строительства и размеры будущей школы. На этом месте вырастет здание площадью 22 тысячи квадратных метров, в котором будут получать знания 1650 учеников. Новый объект образования станет самым большим в городском округе Люберцы. Мы на самом деле не боимся вызовов и готовы реализовывать самые не только большие, но и самые качественные, самые опережающие объекты, в том числе объекты социального и культурного назначения. На территории жилого комплекса Люберцы уже построено 3 школы и 5 детских садов. Этот объект образования заключительный. Старт его строительства прошел в торжественной обстановке. В основании будущей школы заложили капсулу времени с посланием потомкам. Старт бетону дан! Ура! Проектировщики собрали все лучшие решения для комфорта учеников и педагогов. В новой школе оборудуют специализированные классы, мастерские, актовый зал, рассчитанный на 714 зрителей, 4 спортивных зала со своими раздевалками и душевыми, а также просторную столовую на 825 мест. Каждый микрорайон, который строится, строится обязательно с социальной инфраструктурой. Это сады, школы, поликлиники, комплексное благоустройство. Это требования, которые установил губернатор Андрей Юрьевич Воробьев. Эти требования жестко контролируются. Несмотря на то, что объем работы предстоит колоссальный, школу построят в кратчайшие сроки. Ее открытие запланировано 1 сентября следующего года. Луиза Игиазарян, Сергей Гвоздев, Александр Глазов, телеканал ЛРТ.